В Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае на ближайшие сутки вновь объявлено штормовое предупреждение из-за приближающихся гроз и сильного ветра. В ближайшее время синоптики ждут прихода холодного фронта. Накануне шквальный ветер бушевал в Омске, повалены десятки деревьев, оборваны провода. Сгорел частный дом, на который упал электрический кабель. Сломанной веткой придавило 9-летнего мальчика. У многих домов повреждены кровли. Мэр Омска обязал коммунальщиков максимально быстро ликвидировать все последствия урагана.